Володарский район, дом культуры Горького. Представляет собой что жаркое впечатление. Фасады обваливаются, карнизы тоже, трещины в стенах, штукатурка валится. Давно требует ремонта. Когда елку мы будем поставить, то хорошо. Все обрушивается. Пешеходу может на голову штукатурка отвалиться. Вон уже где-то морозки появились, ходят. И то хорошо. Везде трещины в камне. А вот, как сказали жители, кирпичи падают на голову. Находясь рядом, надо быть осторожным. В любой момент кирпич может отвалиться, кусок штукатурки идет по ветерку. Стены разрушаются на глазах. Штукатурка, куски кирпичей, бетон, все валится. Посмотреться, видно много обломков, мелких камней, валяющихся на асфальте. Вот такой у нас ДК Горького. Стены трещат по швам. Левое крыло тоже рушится, видно обвал штукатурки, кусков камней. Под крышу валится все.